В ясные ночи на полной луне видится девушка с коромыслом на плечах. Образ спасенной падчерицы из чувашской народной сказки символично украсил обложку новой книги «Чувашская мифология». Накануне ее презентовали в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Новым этнографическим справочником заинтересовались в первую очередь краеведы. Евгений Ерагин приехал из Маргаушского района увидеть своими глазами и почитать книгу в числе первых. Мне кажется, это надо по большим тиражом, и чтобы она была в каждой библиотеке, не только в сельской, обычно, даже в школьной библиотеке. Это надо всем. Действительно, издание адресовано как научным сотрудникам, преподавателям, студентам, так и широкому кругу читателей. Отдельные мифологические персонажи – Арщури, Аштаха, Ерех и другие – красочно иллюстрированы группой художников. Над текстовым содержанием работал коллектив авторов – сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук. Около 10 лет они изучали и отбирали архивные источники и литературу по этой теме. Надо сказать, что у других народов уже такие справочники или энциклопедии уже вышли. Вот. Мы, может быть, немного чуть-чуть задержались, но вот теперь мы тоже такой справочник имеем наряду с другими. У нас, я думаю, получилось не хуже, чем, скажем, у марийцев, у мордвы, или у татар, у башкир, у соседних народов. Ну вот, и теперь нам дальше следует развивать чувашскую мифологию. Сейчас авторы продолжают трудиться над статьями, докладами на тему мифологии, чтобы в дальнейшем дополнить энциклопедию. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Бахтияр Авелиев, Республика.